суму набуваючи сім'ю. Лисне Бог на донці у відерці, і відступить сіла хижий страх. Потепліє коло біля серця, тіло легким стане, наче птах. Ми за Україну, вільну, сильну, без хапук, що схожі на свиней, за державність і за долю вільну. Хто за Україну? Гей-гей-гей. Хто не відчуває правий сектор, той не українець, гей-гей-гей. Правий сектор – це країни вектор і сумлінність провідних ідей. Что потом? Ты не знал меня? Да. Блин, а что вы чекаете? Какие вещи? Давай, 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 давай. Ага, это вот американцев, да? Да, да. Как я знаю, ну, сейчас вернемся. Здравствуйте. О, сейчас, Дэниел. Вот, да. О, нормально же. Ну, то есть и грудь, и там вот турник, брусья, гантели, всевозможные какие есть. Привет, все главное поделать. Ну да. То есть занимаемся. Магнитки 120 тысяч туда. О. Пробитие. Там вообще комнату полностью разрубил. Тут я 82-ка, скорее всего, не полностью разорвала, 82-я мина. 120-я мина, она просто пробивает, а потом взрывается. Из-за этого больше ущерб. 82-я мина при соприкосновении больше взрывается. Получается вот это такое. Там тоже он. А вот американцы дали. Я когда, ну, когда 3 года назад, да, я читал, что там не было все правильно, они старые бронетехники. Ну дали, помогаем, а вот не, и ну, дали честно, вот. Честно, если не на камеру говоря, это что упало. Он только выглядит и брутально, и название жесткое, и все. И... Где-то в кино его прикольно снять. Ну как, он нормальный, но понимаете, машина жесткая, я не могу вообще плохо сказать о ней на самом деле. Машина жесткая, если бы она обслуживалась. У нас на нее нет деталей абсолютно. А как ее обслуживать? Ну, очень сложно. Во-первых, она дорогая, очень в обслуживании. Наша ЗСУ не может достать всех деталей для нее, которые есть. Как она у американцев, она там компримот проходила каждые, наверное, полгода как минимум. И все детали у них на них были. А у нас... Выходит такое, что даже замена колеса для нас это не так уж и легко уже идет. Ну а так, в принципе, неплохая. Машина бронированная, держится бронированная. Здесь стекло выдерживает калибр 14,5, по идее. То есть вот это железо выдержит калибр 12,7, а стекло 14,5 уже выдерживает.
гораздо больше. Дверь массивная, вес хаммера очень большой. Ой, Харрис, только не снимать вот это. А, хорошо. А вот это мы вообще, может, знаете, в Киеве проходил парад. Вот я с парадом очень участвовал в параде. Теперь вот он. А что там? Нормально? Нет. Это не нормально. Это не нормально, он стрит. Оху. Блин, попадай, это же осколки. Он тоже рикошетный где-то осколки. А здесь брони нет. У него бронированная самая большая. Он тоже залетел осколок. А Максим, например, если дали приказ, то так, нападаем, штурм, вперед, вот ты вот этот хочешь? Или, ну, конечно... Да я хочу, конечно, даже если... Естественно, что каждый человек боится умирать, и каждому человеку страшно. Это все, что может случиться. Но, с другой стороны, есть такой девиз ВДВ, и он скажет за всех, и он очень правильный. Никто, кроме нас. Некому больше это реально делать. Если скажут, пойдем, пойдут все, ни один человек здесь не откажется. Всех состоит, какая бы у кого ни была ситуация, все пойдут. Это свое вложение в будущее, и я просто обязан буду это сделать. Как минимум, потому что я военный, приказ не обсуждается. А как максимум, это вклад в будущее Украины. Ненавидишь ты врагов? Ну, есть такое чувство ненавидеть. Ну, враг это кто? Сепаратисты, как я знаю, российская армия. Ненавидишь? Прямо ненавидеть, я не могу сказать, что я их прямо ненавижу, знаете, ненавидеть это там, ловить их там, вырезать, это я считаю неудачным. Я контрактник, я военный, я просто солдат ЗСУ, и я выполняю свою задачу. Есть задача уничтожить, с ненавистью, без ненависти. Наверное, это больше личное, но я не считаю, что я там супер ненавижу. Я же говорю, есть задачи, выполняем. Нет задачи сейчас стрелять, не стреляем. Ненависть, наверное, была бы, если бы я даже без командования шел бы и пытался выстрелить. Вот это была бы ненависть. А так, мы не агрессируем, первые огонь не открываем. Так что агрессии с нашей стороны точно нету. Держу! Держу! Перед мишенью. Занадто низько взяв. Ти под... Гарвата! Гарвата! А как его надо?
один на Распир, один твоя карта. Что? Плиты у тебя какие-то вообще децили. Первая шеренга, три шага вперед, шагом марш. Первая шеренга.